Так, ну побачили ми класний сюжет, але у нас зараз ще класніша гостя у студії. Це Світлана Арефнія, кандидат психологічних наук, фізіогноміст. Фізіогноміст – це мене цікавило завжди. Як це ж так жити і розуміти по рисам обличчя все, навіть те, чого не кажуть люди? Здравствуйте. Доброго ранку. Я вам скажу, с одной стороны, это сложно, потому что каждый раз, когда ты смотришь на человека, ты сразу понимаешь, с кем имеешь дело. С другой стороны, это, конечно же, помогает в коммуникации, в работе и, собственно говоря, вообще в жизни. Поэтому это круто. Так. Слухай, от я чесно кажу, от пані Світлана, коли тільки зайшла, я вже себе відчула, от у неї погляд такий, як під рентгеном. Дуже все глибоко, розуміє. От прямо в душу заглядає. Пронізуєш. Реально так, прямо аж холодок шкірою. Ну, це що професіонально, все-таки я психолог, мені треба одразу зчитувати чоловіка і розуміти, хто ко мені прийшов, або з ким я спілкуюся, для того, щоб такая диагностика была. Вообще, на самом деле, физиогномика – это и есть проективная диагностическая методика. Она является одним из ответвлений паралингвистики. Потому что есть, на самом деле, очень много и физиогномика, и кинесика, и профайлинг. То есть этих направлений, на самом деле, очень много. Физиогномика как раз считывает в статике. То есть у нас есть генетические предрасположенности, да, это, то есть костные ткани. Есть мягкие ткани – это наш жизненный опыт. И вот когда смотришь на человека, видишь всю карту его жизни. Вот как раз этим и занимается физиогномика, так. То есть считывание карты жизни. Светлана, а читайте карты життя наши. Давайте начнем с Катрусі. Да, конечно, передам ответственность, на всякий случай. Він считает наши, але почнемо с Катрусі. Ні, хочете, давайте почнемо з мене, бо мені ну, так цікаво. Ну, ні, ти вже начну, ладно. Давайте. А ну. Итак, Катюш, у вас есть некоторые особенности, которые вам помогают и которые нам мешают. Собственно говоря, как у каждого человека. Да. Вы человек, который часто строите себе иллюзии. То есть вы можете планировать что-то, то, что не всегда может совпадать с реальностью. И это может вам мешать. Например, в отношениях. Вы раз посмотрели на человека и понадеялись, он такой. Вы ему сразу навязываете много очень того, что может не быть. То хочется же верить в хорошее. Да. Как же так? У вас очень хорошие аналитические способности. То есть вы всегда анализируете большое количество информации, и для вашей работы журналиста это прекрасная способность, которая вам помогает. Вы гордая. И вы очень избирательная. Вам все, что попало, в рот не положишь, ну, грубо говоря. То есть вы будете все время выбирать самое вкусное, если это в работе касательно то, что самое интересное, то, что самое перспективное, и то, что будет вам нравиться. Ну, нічого собі, нічого. Так, собі. Ну, я тобі хочу сказати, що на мене ти можеш розраховувати завжди. От бачиш, я тебе обрала своїм співведучим, ти маєш шатися. Тому що я що попало не беру. Вот, іменно. Ну, я, напевно, не самий поганий варіант у цьому житті. Ні. Це я так думаю. А от ви нам зараз розкажіть, чи не самий поганий. Ви, Максим, чаще всего, к сожалению или к счастью, руководствуєтесь емоціями. Тобто ви, звісно, логік хороший, но чаще всего вы все-таки опираетесь на них. И это может вам как мешать, так и помогать, смотря где, в каких сферах. Вы не всегда доверяете людям. То есть вы всегда с подозрением, с перепроверочкой относитесь к контакту. Но в контакте вы очень чувствительны. То есть вы всегда с интересом относитесь к другому человеку. И максимально пытаетесь его понять. Это тоже помогает вашей коммуникации. Плюс, конечно же, у вас тоже аналитические способности хорошие и когнитивный уровень довольно высокий. Що це таке когнітивний IQ по-нашому. То есть ви, ну, скажімо, обладаєте хорошими умственними способностями. Бачиш, я ж казав, не самий поганий варіант. Так, я ж знаю. Ну, і в отличие от Каті, ви, конечно, найбільш більше амбіціозний. То есть вы тот человек, который стремится к большему и не останавливается. Если Катерина будет выбирать не про большее, а про лучшее, то вы больше про количество. Так, вы знаете, вы абсолютно правы. Знаете что, а мы подходим один одному в эфире, вот как две людини. Гармонію? Вы знаете наши карты, как это правильно? Конечно, потому что, смотрите, Катерина будет что-то, например, фантазировать, вы ее будете в этом останавливать. Вы предлагаете все, она будет из всего выбирать то, что нужно. І якраз в цьому і буде ваша гармонія. Нічого собі. Ох, це класно, бо ми коли готуємо прямі ефіри, от так і відбувається. Я кажу, Кать, давай там зробимо те. Вона каже, секундочку, подожди. Оце гарно, оце ні. Ну, і тоді у вас шикарний тандем.
Слухай, ну я просто, ну дійсно це правда. Я зараз тут послухала, дійсно це правда. Абсолютно. І я розумію, що люди, які до вас приходять, так, і вони, а іноді просто ми себе обманюємо. Так, буває таке, що людина, можливо, хоче бути однією, а насправді інша всередині. Чаще всього так буває, тому що, ну, ми мало себе знаємо, ми мало інтересуємося собою, скажімо так. І коли люди приходять, вони починають в контакті, наприклад, в психотерапії або в консультуванні, знайомитися з собою, узнавати себе лучше. У мене є навіть майстер-класи, ігри психологічні, де люди узнають себе лучше. І коли ти себе хорошо знаєш, навіть свій фізіогномічний портрет, знаєш свої достоинства і недостатки, коли з тобою происходит какая-то ситуація, ти не теряєшся в ній. Якщо хтось тобі говорить, да, ти от така капризна, наприклад, да, ти кажеш, да, я знаю, і це мені допомагає в житті в том-то, том-то і том-то. Да? Ми болезненно не сприймаємо тоді оцінку окружаючої середи. Коли тому знаємо, ми... хто ми є. Конечно. І у нас це наче є якась опора. Так, ми знаємо, на що спиратися у оцінці. Тому що дійсно людина зростає, так, з дитинства нам навішують. Один хтось говорить, ти такий, другий, ти сякий. І кожен. А ви знаєте, мені здається, що просто люди бачать нас такими, як їм вигідно нас бачити. Ну, на самом деле, ми завжди зустрічаємося з проекцією. Що таке проекція? Це внутрішнє видіння другого чоловіка. Через, звісно ж, призму свого життєвого опыта и набора тех событий, которые мы прожили. И, конечно, мы, когда смотрим на человека, у нас сначала идет проекция, потом мы начинаем перепроверять проекцию. Поэтому важно знакомиться, расспрашивать то, что делаете чаще всего вы, коммуницировать. И тогда мы можем увидеть, кто перед нами на самом деле. И то, конечно же, не всегда до конца. Поэтому речі, некоторые так, инструменты нам деякі помогают. Люди раскрываются и через 20 років, і через 30. Ну, так, екстремальні ситуації допомагають розкритися людям. Ми знаємо, да, парня в гори бери, іди, там поміж кутаков, да, не бросай одного його. Вот, поэтому, если экстремальные ситуации, кризисы, если, например, в отношениях происходит, вот как раз тогда, когда люди начинают скидывать все психологические защиты, которые у них существуют, спадают они, и люди как голые остаются психологически голые, и тогда появляется настоящий человек. О, це цікаво. Я люблю такі експерименти. Я завжди в походи беру, наприклад, нових друзів, предлагаю, або якісь екстремальні ситуації. Говорю, пойдемо, слушай, буде класно, на байдарках, на рафтинг, куди-небудь ще. І там люди, вже ж нету ніякого пафосу. Там ти не можеш його просто сохранять. Да? Ну, в палатки как бы, сильно не піддержиш такий пафос. І люди розкриваються. І на самом деле це круто. Ну, знаєте, що хочу спитати? Да. Ви як фізіогноміст, от ви все бачите, от всю правду. Спецслужби пропонували роботу? Вербували ли мене? Ну, якщо, ну, можливо, і так. Тобі ж не скажуть про це. Звісно, не скажуть. Вот. Ну, я можу сказати, що ко мне обращаются очень много бізнесменів, которые приглашают мене, наприклад, на заключение сделок, да, или приглашают посмотреть на партнеров, или будущие какие-то сделки, какие-то коммуникации, как они проходят. Иногда даже у меня были такие опыты, что я сидела за камерами и наблюдала во время подписания сделки. То есть насколько человек обманывает, насколько человек, как он себя невербально ведет. Но об этом уже говорит не физиогномика, то есть физиогномически я сначала определяю, на что способен этот человек. А там уже отвечает жестология, да, или кинесика, так называемая. До речі, які ознаки брехні найбільш такі вірогідні? Вот смотрите, есть стереотипные какие-то вещи, которые уже описаны в простых книгах каких-то, где говорят, например, если ты потер нос, ты врешь. На самом деле, если мы знаем, за что отвечает у нас каждая часть лица с точки зрения физиогномики, мы можем совмещать знания о лице с невербальным поведением. Потому что на самом деле изначально мы общались невербально. И этот бессознательный опыт невербального проявления и коммуникации остался в нас. Речевой аппарат, ну, в смысле, речь появилась, использование вербальных коммуникаций появилось намного позже. Поэтому мы бессознательно все равно используем невербальную часть. Поэтому, когда мы общаемся, как определить вранье? Нос отвечает за информацию. Если я потерла нос, смотря в контексте чего. Например, приходит Максим домой к своей девушке или жене, не знаю, женатый. Так. И говорит, и жена его спрашивает, или девушка, говорит, Максим, а где ты был?
Ты, может быть, с любовницей был, например, да? Так. Или там, ты что, с кем-то был просто, например, спрашивают. А вы так говорите, да ну нет, дорогая, что ты так решила? Ага. Вот это два вида невербального проявления. Я что? Я делаю вот такое движение, я вытягиваю информацию из своего мозга. То есть я ищу в данном контексте вопроса ответ. Тобто, якби це була однозначна правда, ти б сказала, конечно, я була нет, я або тягнеш час, можливо, для того. А вот это началось, я вытягиваю информацию из. Если я вот так делаю, то это вот крылья носа отвечают за эмоции. Да? Я, например, хочу себя успокоить, чтобы не выдать, я говорю: "Да ну что ты решила, где что где-то был?" А коли люди роблять, ну, ставиш їм, наприклад, якесь питання, коли люди так. Ну, смотрите, нужно просто понимать контекст, да. Иногда это может быть там просто зачесался нос, иногда человек хочет выпить. Иногда пришел с мороза. Вот кажуть, чухается низ, значит, будем пить. Вот в цьому є правда, чи це просто? Да нет, на самом деле это просто прикол. А ще кажуть іноді, якщо нос чешеться, то будуть бити саме в низ. Но, слава Богу, ни разу ще не справа. Да, ну видите, каждый как угодно интерпретирует, но на самом деле кончик носа у нас отвечает за ныряние в информацию. То есть, например, если я сижу и, например, не знаю, на встрече, и мне человек что-то пытается донести, ну, например, какую-то информацию о сотрудничестве. И я, например, невербально, я же тоже могу не следить за своими движениями, да, и я начинаю делать вот так, или со мной кто-то так делает. То есть человек хочет вникнуть в ту информацию, которую я ему сейчас преподношу. Он активирует кончик, то есть вникание в тот диалог, который происходит. Поэтому, если я потер нос, то есть, ну, может, я наоборот ограничил это вникание, то есть, ну, не хочу особо вникать. То есть, надо смотреть в контексте обязательно разговора. Тобто, перш ніж трактувати якісь певні жести, треба розуміти контекст. Обязательно. Нужно знать, за что отвечает, да, и обязательно контекст. Потому что это может быть просто у человека почесался нос, а вы уже привязали. То есть, дополнительные пару вопросов, куда человек смотрит, что, какую часть лица трогает. Вот, например, опять же, если вернемся в рот. Если человек все время закрывает нижнюю часть лица, то есть не хочет коммуницировать. Вот так, да, вот как-то там вот так, вот так. Да. Все время жест, связанный с небажанням, короче, розказувати. Да, да. Вот он будет это прикрывать каким-то образом. То есть тогда тоже можно рассматривать как вариант того, что человек может врать. Отак. Или, например, потер глаз, не хочет видеть. Почему? Ну да, то есть я говорю: "О, привет, я так рада тебя видеть". Говорю: "Да, я тоже очень сильно". Ага. И так потер глазик, ну ладно, не очень. Ви знаєте, я іноді так роблю, але тільки тому, що в мене очі втомлюються. Катюха, якщо я роблю там, да, Кать, привіт, привіт, це не тому, що я брешу тобі, ні. Це тому, що я, мене втомлюються іноді очі. Нет, иногда могут действительно уставать, но нужно смотреть, опять же, в контексте, чего Катюша спрашивает. Конечно, вы можете подстраховать себя сейчас и Кате сказать: "Ну, Катя, если так буду делать". А якщо, наприклад, Катя мені там, ну, як я сьогодні виглядаю? Ну, нічого, нормально. Ого, до речі, потилиця. Що цей жест може означати? Ну, це активація, це якби нічого конкретного не обозначає, але обычно ми так робимо тоді, коли немножко розтеряні. Ну, якщо, опять же, нужно смотреть, як цей жест происходит. Якщо це женський жест, вот немножко такое, вот, это как бы соблазнение, да? А если вот так потер, то это человек растерялся. Ну, он ищет, активирует голову, мозг, чтобы он начал работать, чтобы найти ответ, да, что сказать. А якщо в ушко? Ухо – это стратегия. Уши отвечают за стратегию. То есть, если человек вам, например, что-то говорит, пойдем сходим в кино, или, может быть, в клуб, да, вот такое, ну, не знаю, давай подумаем. То есть, вы ищете, активируете стратегию будущего вечера. То есть, как вам будет удобней, то есть, вы уже продумываете выгоду. От так. Це, ти розумієш, наскільки все в організмі взаємозв'язано? Абсолютно. Не сховаєш, так. Я навіть не знаю, що ще сказати, тому що для мене це реально інсайт. Ну, там, типу, ходімо в кіно, так, да, ходімо. А я ж реально розумію в житті, що я вже планую, як ми поїдемо, щоб не було заторів, там, ще щось. Представляєте, ви общаєтесь зі мною, а я це все розумію і бачу. Я буду одразу відповідати, іноді мене називають там відьмою, магом, парапсихологом. А я, от, до речі, хотіла запитати, от що ми знаємо, гадалки, так, є різні. Вони ось такими, як ви, техніками володіють, чи у них трошки інше? Ну, смотрите, гадалки володіють невербальним гіпнозом. Я їм, кстати, теж
владею, и он связан немножко с другой коммуникацией. Но у них же, они уже опытные, и эти знания у них тоже передаются из уст в уста. Они прям, я не думаю, что они знают основы физиогномики или кинесики, или других паралингвистических. Да, у них больше на интуиции и на каких-то правилах, которые передаются из поколения в поколение. Тобто все-таки воно може бути, так? Конечно, но они действуют невербальным гипнозом, шоковым гипнозом, да, и это как раз идет расфокусировка трех репрезентативных систем. Мы общаемся с миром через визуальную, аудиальную и кинестетическую системы. И когда мы активируем все три системы, например, я цыганка к вам подходит, Максим, да, и говорит: «Ой, давай я тебе погадаю», начинает на вас смотреть, трогать вас, да, и что-то начинает чесать. Вообще просто, ну, вообще какой-нибудь бред. И они зазвичай так и подходят. Да. «Ой, помогите, ой, смотрите», достаю там грудь молоко, начинают сидеть. Ну, то есть вот такие-то шокирующие вещи. И в этот момент, пока они вас расфокусировали, потому что три репрезентативные системы максимально сработаны в одну минуту, ну, вернее, активированы, они вводят человека в легкий транс. И в этот момент я делаю вам внушение. Или індукція, якщо говорити. А як захиститися? От, наприклад, так стою я на вулиці. От я бачу, що вже на меті до мене жінка так швидко, і я вже, ну, якось там щось мені класнуло, я зрозуміла так, що щось не те. Є така техніка, щоб одразу себе якийсь блок такий поставити? Так, саме перше це біжати. То все, одразу первое, это бежать, чтобы не было контакта. Ну, желательно не входить в контакт. Если вдруг вы оказались в этом контакте, ну, знаете, не заметили, подобрались, они обычно либо большими группами ходят, либо неожиданно где-то подбираются, то тогда нужно громко петь песню. Вот просто начинаете... Просто земля в иллюминаторе, все, вот знаете, чтобы заглушить, чтобы не слышать, и уходите. Потому что, может, красиво так. На стогин что-то, они зазвичай может что-то еще да, они проклятие обычно вдогонку бросают. Всего, короче, варто бояться, если там что-то плохое. Смотрите, все построено на человеческом самовнушении и доверии. Конечно, есть вещи, которых мы боимся, и это мистическая часть. Пороблено, сглазили и так дальше. Вот этого бояться не нужно. Почему? Потому что это все будет работать только на вашем самовнушении. Никто вам ничего сделать не может. Те, кто любят и верят в парапсихологию и в мистику, пожалуйста, к бабкам. Но те, кто не любят и здравый смысл включают, то, в принципе, говорите, что сказала, пусть тебе вернется, так для облегчения души. Разворачивайтесь и идете. Ага, тобто то есть защищайте ее, защищайтесь от нее тем ее же способом. Они, кстати, я вам скажу, тоже немало боятся. Например, меня боятся цыганки. Вот они ко мне подходят, я на нее смотрю, что хочешь? Чего пришел? Давай погадаю тебе. Она оп, сразу поняла, что я на ее языке говорю. Да. Они сразу, ладно, ладно, своя, иди. Слухайте, вот поэтому, это цікаво. К тому говорила, что называют меня по-разному, да, потому что иногда я могу считать, да, у человека садится, я вижу уже, что, где он смущается, где растерялся, на каком вопросе захотел заплакать и так дальше. Я уже человеку это возвращаю, он говорит, откуда вы это знали? Слухайте. Ну, а, до речі, а що люди, коли до вас приходять, хочуть набільше дізнатися? От з якою найчастішою проблемою? Вони ж йдуть, якийсь у них духовний пошук. Ну, чаще всего, конечно же, люди обращаются за самопознанием, да, я хочу понять, кто я и куда мне двигаться, да, за личностным ростом, ну и, конечно же, за отношенческими вещами, то есть мужско-женские отношения, и мужчины и женщины, это какое-то мое направление, как семейного психотерапевта, и пары ко мне приходят за этим, потому что я сама в браке живу уже 25 лет, говорю, всю жизнь, мы с мужем, мы одноклассники и соседи, и, в общем, всю жизнь вместе, класс. Друзья, вот, поэтому больше за этим, потому что я в этом хорошо разбираюсь и могу помочь, ну и, конечно, за энергией жизни, потому что я люблю жизнь. Оце 25 років у шлюбі. Скажіть мені, будь ласка, дуже цікавить, як прожити гармонійно у шлюбі, коли ти знаєш абсолютно усю правду. Там, да. Іноді навіть, якщо чоловік просто не хоче щось розказувати, бо прийшов з роботи, щось там, щось не те. А ви це знаєте. Да. Ви як? Це бачите. Я знаю, да, я знаю, поэтому я, іменно, може бути, це як-то і допомагає, але я вам скажу, не 25 років же я цим займаюся, немножко менше, в половину. Вот. И для меня кажется, что самый главный секрет счастливой жизни, семейной жизни или парной жизни, это, конечно же, интерес друг к другу. Интерес и способность удивлять. О-о-о. Потому что когда у вас есть вот это вот
искра, удивить. Вот сейчас будет 14 февраля. Мы готовим сюрпризики друг другу, да, какие-то тут муж там готовит какое-то похождение куда-то, там какие-то мега сюрпризы. Я какие-то подарочки такие материальные, там выгравировала на чем-нибудь, там что-нибудь придумала, бигборд там какой-то заказала. В общем, у меня столько этих подарков, на орешки, на ресинки я даже заказывала, писали. Я тебя люблю. Ну, в общем, какие-то такие удивительные вещи, которые показывают, что ты горишь этим человеком. Постоянно горит цей вогник. Да. И вот и еще это два. И третье – это способность уметь отдаляться и приближаться. То есть давать друг другу личное пространство и доверие, на этом, собственно говоря, все строится. Если ты способен отдалиться, ну, дать пространство, там, куда-то поехать, отдохнуть отдельно, ну, чуть-чуть побыть там отдельно, и Але потом снова сближаешься. Доверять потрібно, правильно? Конечно. Без довіри ти, ну, ми знаємо, так, коли просто один одного партнери контролюють. І а смисла в этом нет. А це невпевненість, напевно, так? Конечно, на это влияет неуверенность, на это влияет негативный предыдущий опыт, на это влияет, собственно говоря, ну, очень много всего, даже тип мышления, характер, темперамент и так дальше, это все, конечно, на это влияет. Именно поэтому люди некоторые приходят и говорят, я не могу построить отношения, что мне делать? И мы начинаем по полочкам разбирать, что на это влияет. И когда люди уже понимают, что со мной не так, что с партнером не так, что в контакте не так, потому что люди перестали обращать внимание на контакт, понимаете? Люди думают либо о себе, я хочу, чтобы он цветы дарил и деньги зарабатывал. Вот это я больше всего обожаю. То есть он должен быть миллионером и романтиком. Что вещи несовместимые. Несовместимые. Я либо стихи пишу, либо деньги заколачу. Ну, а люди хотят этого. И они не учитывают другого в контакте. И это проблема. И это проблема. Поэтому еще очень важно все-таки уметь быть в контакте. Что такое быть в контакте? Это когда я встречаюсь, интересуюсь, как у тебя дела, как настроение. И учитываю, что, например, у него плохо, и я не меняю это, не давлю на это, а принимаю. Вот если я так могу делать, ну, собственно говоря, вот так можно прожить и долгие годы вместе. Оце так інсайт, бути в контакті. Да. Пані Світлано, ми вам дуже вдячні, я особисто тепер ваш фанат, це було неймовірно круто. Світлана Арефнія сьогодні у нас була в гостях. І... Актуальні новини, епатажні інтернет-тренди та багато-багато чого цікавого на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь. Тисніть дзвіночок і залишайтеся з нами, і ми просто дивуватимемо вас кожного дня.